Мы потом подстрижем ее все остальные. Нам вот эту из-за того, что Михаил Сергеевич будет ее обматывать, чтобы она не порвала. Ой, моя, тебе сейчас надо коротко сделаю. Потому что, блин, потравмировала все себе. Мы потом все остальные сделаем уже там этот красиво. Ой, видно, да. Все порвалось, все когти. Надо было так тебе биться. Здоровья не хватит. Все? Да? Все, там не это, надо обмотать лапу. Или мы в операционную работаем. А, он сказал, что у него там. А, да. Ну все тогда, стерильный. Ну, в любом случае, если что, там обмотаем. Поехали. Даже если не стоит. Так, расходимся, все. Ты оставил оттуда. Так, это куда? Отдай. Кому-нибудь. Это кому? Нет, а нам сюда еще можно или же нельзя? Сюда нельзя. Сюда уже нельзя, да? Вот туда смотри. А можно я одним глазком посмотрю просто вот так? Иди сюда. Иди нет, сюда. Нельзя. Нельзя, все, окей. Иди вот сюда. А, там все. А, все, прости. Ну просто так. Ух ты, здорово как. Ой, извините, конечно. Не вижу. А пока же смотреть нечего. Блин, где взять здесь денег, а? Так хочется, капнограф хочется. И все хочется. И ВЛ хочется. Мне капнограф есть, мне нужен анализатор газов крови, чтобы смотреть на содержание затура, на концентрацию виолярную. Но его нет. Я так страдаю. Девчонки, а кто занимается Джесси? Джессика и я. А ты вручную ли, когда ты говорила, в капилляр или в пробирку много?